Всем привет! Вы на канале «Любимые рецепты». Сегодня готовлю очень быстрое печенье к чаю на кефире. Рецепт, как всегда, очень простой, минимум ингредиентов. Печенье получается хрустящее, вкусное. Вы потратите буквально 10 минут на замес теста и 15 минут на выпечку. Пока закипит чайник, ваше печенье уже будет готово и можно будет его кушать. Здесь вы можете увидеть список ингредиентов или же внизу под видео. Итак, для начала я смешиваю одно яйцо и 2 столовых ложки сахара. Затем добавляю кефир и подсолнечное масло. Хорошенько размешиваю. Кистями добавляю муку, также сразу добавляю разрыхлитель и замешиваю тесто. Мне понадобилось 250 грамм муки, ну может быть еще плюс-минус 20-30 грамм. Смотрите по своему тесту. Тесто получается мягкое, эластичное, очень хорошо раскатывается, к рукам не липнет. Подсыпаю немножко муки и раскатываю в пласт толщиной 1 см. Старайтесь, чтобы тесто получилось не очень тонким, но и не слишком толстым. Посыпаю корж сверху сахаром и кунжутом, разравниваю всю начинку руками и затем прокатываю скалкой, чтобы оно лучше прилипло к тесту. Можно также посыпать семечками или льном, то есть чем вам нравится. Это только придаст вкуса вашему печенью. Можно посыпать маком, например, тоже. Вот так прокатываю скалкой и затем нарезаю на квадратные кусочки. Примерно размер 2 на 2 сантиметра печенька получается. Затем перекладываю все печенье на форму для выпечки и отправляю в духовку. Выпекаю при 180 градусах 15-20 минут, чтобы немножко печенье подрумянилось. Вот такая красота у меня получилась. Пока закипел чайник, я сделала чай, и вот мое печенье уже было готово. Съели его моментально, потому что оно очень вкусное, хрустящее, в меру сладкое. Мне очень нравится вкус кунжута. В общем, пробуйте, готовьте. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.